И приветствую всех, с вами Нил Найт, и мы продолжаем проходить GTA Китайские войны, или войны китайского квартала, или типа того. Так, в прошлой серии мы там что-то остановились на чем-то. Так, это что это такое? А, это то, что я в прошлой серии приобрел. Мы с вами, получается, сохранились. Погоди, давайте заценим, что у нас здесь происходит. Так... Здесь у нас какой-то неизвестный чел. Это не кобелик по символу выглядит. Но это, наверное, к серии не имеет никакого отношения. У нас получается раз, два, три, четыре челика еще есть. Я в прошлой серии думал, то, что у нас типа одна серия будет или две серии. Я вот сейчас смотрю то, что у нас не хватает каких-то четырех челиков. И возникает такое ощущение, что походу у нас еще будет много серий. Я сегодня в течение сегодняшнего дня, офигенное, блин, выражение, просто офигею. В общем, я играю весь день, я записываю, я, возможно, буду сегодня записывать до самого не могу. В общем, мы в прошлой серии, ну для вас это вчера, а для меня это в прошлой серии, мы остановились на том, что у нас появился значок нашего дядюшки, и мы хотели отправиться к нему. Но серию мы закончили, кстати, между прочим, правильно закончили, там 43 минуты, получается, прошло, поэтому, в принципе, нормально закончили серию. И теперь отправляемся, наверное, к дядюшке. Будем его колбасить. Так, жизнь у меня восстановились, между прочим. Это меня очень сильно радует. Ой, извиняюсь. Долбанулся слегка. Меня так в школе учили. Так, я что-то не понял, а где у нас батюшка? Ну, батюшка, блин. Дядюшка, блин. Дядюшка у нас находится вот здесь. Это какое-то другое место у дядюшки. Так, Карп Дайм. Оба-на, дядюшка. Спасибо, племяш. Съешь беляш. Я бы не купил это место без тебя. Да ладно, чё ты купил бы, чё? Тебя? Я думал, это для нас. Да, я имею в виду нас. Я написал мое имя на бумаге для налогов. Конечно, кстати, был рад помочь. Есть новости об убийцах отца? Или это... И этом тупом мече? Возможно. Богатый покупатель дорогих краденных артефактов в городе. Думаешь, он здесь, чтобы купить Юджин? Ю-Жиан, я ломотал. Я постоянно меч называю Юджин. Возможно. И хотя некоторые говорят, что это бесчестно атаковать странников. Я скажу, богатый дурак может причинить проблемы. Гениально, дядя. Если у вас не заладится в криминале, вы можете писать сценарии. Я всегда умел говорить. Хуан, это наш священный долг. Лишить дураков их денег. Так, ладно, окей. И чё, перехватить фургон дилера? Наркодилеры. Так, у меня небольшие проблемы. Так, давайте посмотрим, где он находится. Так, все-таки у нас миссий будет еще много, блин. Целая куча миссий. Так, ладно. Протиснулся немного. Оба! Тихо, тихо, тихо. Так, подожди. Мне же показывало сюда. Оба! Тихо, тихо, чел. Так, стопы, там розовая появилась. Розовая теперь будет моя любимая в этой игре. Че он там? Сдохни!
Ну правильно, розовую машину у него отнял. Это же его самая любимая. Ну и моя теперь, походу, тоже. Есть такая песня, такой «Розовый фламинго». А здесь можно петь такая «Розовая тачка». Охреневаю, розовая тачка. Я такой мечтаю. Охренеть. Ну все, я его потерял, чё. Я его нечаянно задел, и он начал, короче, гнаться. Он понял то, что я его... Пипец! Так, всех на мясо. Есть! Я сел! Фу, так, тихо. Я думал, я его не догоню. Короче, я его задел, он понял, что я его преследую, начал гнаться. Я понял, что я его потерял, а на самом деле не потерял, потому что я его догнал, и все, ему хана. Блин, это пипец было. А сколько времени у меня прошло, между прочим? Это, по-моему, моя первая миссия, да? Так, нормальный тос. Кто-то делает засос. Блин, я вообще офигею. Куда мне смотреть, блин? Я тут людей убиваю уже нечаянно. Я не специально. Это убийство по случайности. Да идите в жопу, блин. Меня преследуют какие-то гондоны. Мне нужно избавиться от них. А, извиняюсь. Хотя на самом деле нет, мне насрать. Да ты фигеешь, блин. Припаркуй, блин. Давай, припаркур. Припаркур фургон внутри склада. Да, блин, я это и сделал. А, сколько времени прошло-то вообще, кто-нибудь знает? Ладно, пох. Так, срежь панель, чтобы увидеть, спрятан ли внутри фургона меч Юджин. Южиан, блин. Есть. Нет, это что-то не то. Нет меча, но есть книга со сделками испачканных дилеров, что ли? Испачканных в говне дилеров. Так, миссия пройдена. А, баблище мне какие-нибудь дали, нет? Не, мне не дали никакого бабла, блин, офигеть. Так, ладно, я заскочу, почитаю, там письмо какое-то пришло. А, ну-ка, письмо. Адрес, блин. А, как бы поудобнее сесть. От кого? Вукени. Тема путешествия по миру. А, племянник, надеюсь, ты вовсю развлекаешься в нашем прекрасном городе. Я устал переживать за будущие семьи и не хочу... Ладно, в общем, это не важно. Так, минуту. Я нечаянно, извините. Так, ну, в принципе, что у нас там? Следующая миссия. Давайте. Так, а, животные мерзость, твари. Они не знают о чести или славе. О чести или славе? Все, что они делают, воруют, убивают и бегают за девками. А ты чем занимаешься, блин? Какой настоящий мужчина танцует? Дядя? Эти животные могут быть теми, кто украл Юхянь. Я уверен, что они стоят за большинством атак против нас после этого. Даже сейчас они готовятся атаковать бизнесменов, которые под моей защитой. Дикари. О чем ты говоришь? Кто? Эти кретины, испанские главари, поддержали мое доброе имя. Хуанку, бери их. Подожди, поддержали? Ради любви своей семьи и всего святого для тебя.
Я что-то не понял, я правильно сейчас прочитал? Какие-то испанские дикари. Что-то там бла-бла, все дела. Ну, у меня машины подходящей нет. Буду кататься на грузовике. Так, тихо, не. Да иди нафиг со своей машиной сраной. Так, угоняй фургоны, которые бандиты используют для содержимого. Чё? И кадри их содержимое. Так, погоди, я сейчас проверю, что мне там прислали. Мне какие-то штуки прислали. Там в городе катались какие-то херовые грузовики. Херовые грузовики. Но их можно было типа это самое. Так, Джоун Минг, тема, это мудрость. Скоро увидимся. Чё? Привет, суперзвезда. Здесь у нас все кипят. От Мелани Миллард. Это самое... который репортажи снимает. От кого Чан Джоу Минг, тема, прости, забудь. Чего? Ладно, это все не важно, это все фигня. Я ее даже читать не буду. Не хочу на это тратить время. Да сядь ты на эту самую. Так, для твоей тренировки доступно новое оружие. Поторопись в следующий магазин. Так, окей, да, торопимся. У нас заданк, между прочим. Мы выполняем за заданку. Так, тихо. Нифига себе, блин! Используй машины, чтобы перекрыть оба конца улицы до прибытия испанских главарей. Припаркуй машины в этих местах, чтобы создать баррикады. Ну окей, хорошо. А я могу любые машины использовать? То есть вообще без разницы, да? Ну вот, допустим, я возьму вот эту машину. Ха, буррито. Поторопись, устанавливай баррикады. Давай, чтобы глазки не пись-пись, ты слегка поторопись. Так я не успел ничего сделать, алло. Боже, жопа. Он по-американски орал. Испанские лорды приближаются с южного конца. Так, это пипец. Да ты в другую сторону стреляй, ты гондоний, блин, глаз ты сраный. Миссия провалена, сохрани... Господи, какой ж ты дебил, а. О, у нас новые эти самые буквы появились. А перезапустить миссию? Алло, а перезапустить миссию, алло. Цен даже не дает мне возможность перезапустить миссию. Охерели, что ли? Козлы сраные. Где перезапустить миссию, алло? Он даже не дает возможности мне перезапустить миссию. Это пипец какой-то. Так, ладно, окей, хорошо. Значит, это самое, от кого? Статистика сделок, тема, отчет продаж, неделя 2. Говно. А Тинто, тема, намек. Мне нужна помощь, у меня куча классного и две горячих тёлки, которые нужно трахнуть. Короче, это какая-то выгодная сделка, по всей видимости. Если там есть тёлки, эта сделка обязательно выгодная. Так, я должен купить у него кокс. Обязательно должен купить кокс. Это даже не обсуждается.
Опять к черту в ебеня нужно катиться, доезжать, блин, черт возьми. Ладно, окей, как бы, не жалко, доедем. Выполним заданку, потом вернемся, выполним ту миссию и будет зашибись. Его заносит вообще, блин. Я поворачиваю немножечко направо, а он начинает поворачивать до офигения, блин. Доезжай ты на дорогу, ёло-мотало, а не сюда. А ну-ка нах. Так, а ехать-то долго или, не, или как? Или никак? Так, это мне не нужно. Да нифига его заносит, вот реально. Я нормально прямо еду, а он ездит ненормально, вообще не прямо. Сильно поворачивает, кого-то нахуячивает. Какой пропуск? Я нифига не пропустил, я еду нормально. Адекватная игра, одумайся. Так, это у нас С, там З. Я уже даже не знаю. А, пропустил. Я уже даже не знаю, какую мы миссию будем в следующий раз проходить. Я только не понимаю, а куда делась вот до этого? Потому что у нас до этого была миссия, которую мы провалили, и она куда-то исчезла. Чувак, ой, там камера. Ой, там камера, вот перед камерой, чувак. Чувак, вот ты подозрел, вот реально коп какой-нибудь. Вот реально, если ты коп, я тебя вот просто выдеру когда-нибудь. Куда-нибудь. Так, у меня тут он что есть? А, у него что есть? Так, у него жутко выгодная кислота. Так, погоди-ка, кислота. Ну-ка. Я у него могу купить много? Это 377. Слушай, ну, блин, ну, в принципе, давай. Реально, я у него вот купил все, что мог. Я, по всей видимости... А, у меня даже бабок не хватило на то, чтобы у него купить. Ну, ладно, окей. Так, его главное здесь запомнить бы, то, что он здесь есть. Я сейчас кому-нибудь сбуду вот это, то, что у него купил, и вернусь к нему обратно. Так, и никого нет, да? Никого нет, у кого можно было бы сбыть. Так, это попозже. Бабки нужно куда-нибудь деть. Черт, ну были же чуваки по дороге, я сюда ехал. Они могли бы у меня купить бы это все, вот просто реально. Ладно, окей, хорошо, давайте пройдем немножечко обратно. Я попытаюсь найти чувачков, которым можно сбыть все это. И мы просто вернемся и сделаем еще целую кучу бабла. Это реально крутая вещь. Есть! Чувак, спасибо тебе большое, что ты появился. Не надо сюда ехать. Ну, хотя давай, в принципе, почему бы и нет. Можно вон объехать с той стороны. Пошел нафиг, это моя дорога. Я тебе сейчас сбуду совершенно все. Давай. Так, в принципе, у меня там что-то есть. Я могу тебе что-то выгодное предложить. Так, подожди, я покупал почем? Я забыл, почем я покупал, но прибыль у меня будет 2000 с чем-то. Так, давай, я тебе продаю вот это вот по 13. Я не помню, почему я это покупал. Цена покупки 9, я покупал всяко дешевле. А теперь получается 13. Давай. Так, а у тебя что-нибудь есть выгодное? Так, у него экстази выгодное. И у него кокаин выгодный. Рыночная цена 900 там 7... Это не то, это я брать не буду. Это говно. Рыночный сток, это вообще невыгодно. Ща я съезжу обратно к тому чувачку, и мы вернемся, и мы сделаем все большое количество бабла сделаем. Вот просто говорю. Так, во-первых, я вернусь. Письма мы дополнительно читать не будем, потому что иначе они меня потом запутают. А вот то, что вот здесь вот, вот это я воспользуюсь.
Вот этим я воспользуюсь. Там у нас одно письмо есть, мы его попозже прочитаем. Ну реально, я сейчас себе подниму бабла так, что можно будет потом покупать себе хоть квартиры покупать. А можно даже... Не-не-не. В принципе, надо сначала накопить бабла целую кучу. Потом можно будет заниматься вот этой херней, брать целую кучу всяких партий и сгребать их целиком и полностью. Так, чувак, ну ты палевный вообще тут под камерами торгуешь. Так, давай покупать у тебя что-нибудь. Кокаин у него еще есть. У него еще и кокаин появился. Ну, в принципе, ну, можно попробовать. Так, тихо. Нужна кислота. Так, 18. Ну, в принципе, давай. Что, я у него полностью забрал? У него закончилось? Да, у него закончилось. Так, у него осталось еще вот тут, по-моему, можно купить, да? 8. А он продает по 5. В принципе, давай я закупаю у него. Так, кокаин у него можно купить всего только один. А я все заберу. Че, между прочим, что тут мелочиться? Короче, забрали у него совершенно все, что можно было забрать, ну, кроме кокаина, конечно. Нифига себе, блин. Да что его так заносит, а? Так, тихо. Так, вот, зашибись. Ладно, короче, машину оставим здесь, потому что она никчемная, что ли. Это, скорее всего, знаете, из-за того, что мы у него набрали на огромную сумму всего. Ну, то есть, либо бы из-за того, что мы у него взяли на огромную сумму, либо из-за камеры. Охереть, блин. Ну, короче говоря, либо из-за камеры, либо из-за огромной суммы на нас накинулись менты. Так, ладно, это не важно. Сейчас мы с вами поднимем еще целую кучу бабла. Так, выгоды, конечно, будет вообще неимоверные. 9 косарей! 9! А я такой думал, блин, а где я бабки-то возьму? Где я возьму бабки? Ну, давай, сотка тоже нормально. Сотка вообще ништяк. Так, чувак, ладно, окей. Короче, удачи тебе. Я 10 косарей с тобой сделал. Блин, реально, от таких вещей отказываться нельзя. О, господи, ужас какой. Я даже не знаю, что теперь делать, вот реально. Вот что делать? Ну, письма почитаем. Так, спам, дети, бонсай. Херня какая-то, так, ленги. Так, это намек. Еще у кого-то есть какой-то кокаин. Так, ну блин, ну я пойду заберу этот кокаинчик. Да какой к черту так мотает-то машину, алло? Ха, мы поехали за кокаином, мы сегодня в этой серии, короче говоря, занимаемся поднятием бабла. Какой к черту промах, я нормально еду. Идите в жопу. Я поднимаю бабло. Блин, ну это просто пипец какой-то. Иди в жопу, блин. Кого-то раздавил, блин, там. Такие ошметки полетели, блин. Так, там у нас какой-то дилер стоял. Надо будет его запомнить. Еще один дилер. Мы его тоже запомнили. Так, тихо. О, гандонный глаз, позорный мразь, соси хуйца.
Иди в жопу, коп. Соси, блин. Это твоя работа сосать. Иди и соси. Чмо драное. Так, ладно, где мои бабки, чувак? Где мои деньги, Лебовский? Где мой баблос, Лебовский? Так, намек, давай. Куда меня видит этот самый GPS, блин, долбанный? По закоулкам, блин. Господи, какой ужас. Иди в сральник. Господи, коп долбанный. Соси. Тоже соси. Так, тихо. Да, сволочи, мрази. Так, кто-то там фоткает, блин. Жопу свою с фоткой. Может, ему похлебало дать? Ладно, окей. Короче, это самое. Сейчас от меня копы отвяжутся и будет красиво. О, это ты? Это у тебя тут это самое? Так, погоди. Я должен, короче, понять. А мне, во-первых, нужно активировать обратно миссию вот эту вот. Так, я что-то недопонял, да? Не, реально, я сейчас что-то не въезжаю. Но это он, да? То есть это тот самый, я не перепутал. А, он покупает, это не тот. Я так и понял, что, блин, не тот. Так, и получается, что мне теперь опять же не понятно. Блин, я целую кучу времени на это все трачу. Реально, вот два наркодилера за одну серию, мне кажется, это много. Суки, а! Иди соси хуй! Это твое призвание, блин. Иди в жопу, блин! Точнее, это в жопу должны к тебе идти. Подожди, я, может, что-то неправильно понял, что у него там за херня написано, вот вообще, реально. Может, я еду к нему покупать, а он, точнее, ну да, получается, он, наверное, продает. Я желаю прикупить. Я желаю прикупить! Суу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 уu Я молчу. Так, тихо. Верни меня обратно, блин. Он желает прикупить. Я думал, он хотел продать мне что-нибудь. Прикупить, блин. Так, ладно, наверное, пока что поставлю на паузу, потому что реально тратить время эфира, ну, неинтересно прям вообще. Так, и в общем, в принципе, я вернулся. И у нас с вами, после того, как я знатно лоханулся на наркодилере, который хотел Не, ну, он, получается, хотел купить, а я думал, то, что он хочет продать. В общем, ну, и после того, как лоханулись... В общем, вернулись обратно в миссии. Так, а сколько времени-то вообще прошло? Блин, я не знаю, сколько я времени потерял на этих наркодилерах, но в итоге я пришел к буковке М, то есть это получается это самое, блин, репортажи, которые делают. В общем, я забыл, как ее зовут. В общем, я пришел к ней и будем выполнять ее миссии. Я не знаю, там парочку миссий, может, сделаем или типа того. Вот, но зато я себе сделал знатное количество бабла. Такс, ладно, что это? Послушай, чан, ты что завладел чертовой кучей этого нового дерьма? Это что, наркоты, что ли? Оно вызывает сильное привыкание и токсичное гамбольда во время прилыва. Так что не удивляйся, если за тобой начнут гоняться уличные психи с просьбами о добавке. Блин, я не знаю, я, конечно, пытаюсь прочитать все, что у них написано, но иногда я вообще конкретно висну от того, что у них там написано. Людям понравится это делать их сердитыми, озабоченными и безумно раздражительными. Это Америка в нарко... бла-бла-бла.
Пропихивай это дерьмо тяжелым юзером, наркошем, подсевшим шлюхом, и посмотришь, как попрет. Балдей. Задать сильное привыкание токсично, круто. Это ты будешь толкать доверчивым людям. Это их выбор. Я никого силой не заставляю, не буду. А, я никого силой заставлять не буду. Выбор, ты нацелен на подсевших шлюх и наркоманов. Серьезно, неужели это тебя не волнует? Ну, я убийственный лицемер, наркоторговец, который сошел с тропы мести из-за соблазна легких денег. Ну, действительно, там покупать так дешево и продавать так дорого, там действительно 10 косарей. Сейчас я продвигаюсь на новый смертельный наркотик, чтобы помочь тебе с сенсацией, потому что это должно меня беспокоить. Просто реально, мы реально за всю игру 10 косарей никогда не сделаем. А тут просто реально за какую-то одну серию мы сделали 10 косарей. Ну или за две серии примерно. Не знаю, просто заинтересовался, я захвачу камеру. Так, ладно, окей, она захватывает камеру. Мы захватываем. Так, сядьте в фургон. Идите в магазин. Легал Марин. Так, Мелани нужна пленка. Бросанные наркотики перед полицией. Вы заработаете их интерес. А, мне нужно полицейских найти, что ли? А, не-не-не, мне не нужно находить полицейских, просто перед ними нельзя бросать наркотики. Если полицейский увидит, что я бросаю наркотики, то они будут за мной охотиться. Ладно, окей. Тихо-тихо-тихо-тихо. Капец! Нет, это же копчик, который вылез из жопчики. Ладно, пофиг. Бросайте образцы с клиентом. Бросайте образцы наркотика так же, как Молотова, удерживая L, и используя, чтобы нацелиться, затем нажимая на круг. Я не понял, это специально мы делаем или как? Хуань, приехали, наркотики на... Чего? Хорошо, улыбка на камеру. Они пошли нюхать это самое. А, коп подсел на наркоту и его это самое раздрючило. Блин, теперь я понял, что это такое. Не трогай меня, гандоний глаз. Черт, мне бы как-нибудь это самое разойтись, что ли. Так, это мы опять кого-то замочил, да? Ну, какой я нехороший человек. Бессовестный. Убиваю людей без стыда и совести, в общем. Без сожаления. Так, это я, походу, не в ту сторону смирнул. Смирнул, блин. Свернул, блин, черт возьми. Так, тихо-тихо-тихо. Они там дерутся с собой, да? С друг другом. Так, вот, пожалуйста, приближаются наркодемоны. Господи, какое безумие. Обожаю сенсации, обожаю. Никто не снимает умирающую наркошу с пеной изо рта. Так, ну-ка, ну-ка. Hey, sorry, man. Ну-ка, 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 ну-ка. Ты не нюхает наркотики, которые я накидал. Полицейские нюхают наркотики. Наркоманы нюхают наркотики. Ну пошли, блин, чё? Чё, это самое тоже, да? Да какого чёрта? Так, вернись в фургон, окей. Сейчас будет что-то классное, сейчас будет что-то эпичное. Пошли в жопу! Не надо так бегать за мной, вы чё такие быстрые, алё? Мелани, паскуда, ты предала меня! Давай, 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 мне это нужно как раз, давай. Можно мне еще разочек там кинуть куда-нибудь? Чтобы мне не надо было это самое, все остальное, блин. Да все, заткнитесь, я не хочу. Давайте еще раз, не селик. Сядьте в фургон, давай. Че, селик-то нет? Мрази!
Они лишили меня селекта. Их надо за это наказать. Их надо за это выебать. Посадить на мой кол царский. Так, тихо-тихо. Так, ладно, да я понял. Подожди, а как полицейский понял то, что там наркотики лежат? Он их по запаху учуял? Так, улыбка на камеру. Так это пипец какой-то. А, нормально. Они про меня забыли. Так, сейчас будет наркомания. Сейчас будет жесткая наркомания. Так, это пропустить бы неплохо было. Так, там бронежилет. Дайте мне бронежилет на обед. Не надо туда идти, я хочу бронежилет. Так, тихо. Вернитесь в аллею. Так, черт возьми. Так, нормаль тос. Да какого тебя в жопу, блин, ты стреляешь, блин? Давай. Вернись сюда, блин. Ну, крыса ты такая тупая, блин. Какая она тупая, блин. Ну, дайте еще раз селик, алло. Эту тупую миссию не могу пройти уже тысячу раз. Такой кайф был у меня из-за того, что я могу заработать целую кучу бабла в этой игре. Ты просто, блин, такой облом с этой миссией. Так, погоди. А, черт возьми. Да давай, все, я понял. Че, они его нюхают, да? Такой, значит, полицейский как будто... А, это не полицейский теперь. Там просто был чувак в синей какой-то куртке. И он выглядел как полицейский. Блин, ее просто забили уже там. Наркоманы, бля! Ты козлы, их так мочить их можно. Так я теперь буду их мочить. Так, ну все, им хана. Я буду их мочить, это будет круто. Там кого-то мочканул, походу, да? Смотри-ка, это новости или порно? Блин, я даже сам не знаю. Я просто думал, что их убивать нельзя, а на самом деле можно. Так, тихо-тихо. Вот, пожалуйста, приближаются наркодемоны. Так, приближаются наркодемоны. О, давай прям в стенку кинем. То есть, получается, они как бы это самое, не реагируют никак. То есть, они никак не реагируют, да? А, они, получается, будут мочить меня с той стороны. Идите нюхайте, твари. Тоже нюхайте, твари.
А, все-таки ее замочили, да? Ну это, блин, это пипец, как иди в жопу! Только не в мою жопу! Есть. Блин, я не знаю, я не могу пройти эту миссию. Вот просто, блин, пипец. Так, давайте пропустить. Едьте в магазин Legal Marine. Окей. Так, а у меня там какой-то самый пришел, письмо пришло, давайте прочитаем. Да не надо, не надо. Чувак, не надо, ну это самое, блин. Давай, адрес, email. Тема на мяук. Кореш, сейчас я распродаю первоклассную... вот это вот после этой самой... Слушай, давайте, наверное, сделаем так. Я, наверное, доиграю вот эту миссию. И потом пойду за наркотиками. Почему бы нет? Тихо. А можно пропустить? Можно пропустить! Нельзя пропустить! Капец, блин. А я еще и жизки могу взять? А, они не нужны. Жизки у меня целые. Мне только брони не хватает. Пошел на. В этой миссии есть одна большая подстава. Фигня заключается в том, что они либо тебя мочат, либо мочат эту бабу. И это большая подстава на самом деле. Так, ладно, окей, давайте тогда, наверное, сделаем следующую вещь. Я сначала начну с конца, вот. А потом мы уже придем сюда, и отсюда я последние наркотики скину. Да все, блин, давайте, идите нафиг. Идите в жопу, блин. Ну-ка. You think you hard. Hey, watch it. Давай, быстрее, шевели своими копытами. Ты ё-моё, а? Это пипец. Я все-таки успел. Просто эта лошадь медленно шевелит своими копытами. Так, подожди-ка, найдите группу клиентов. Окей, давайте, значит, разбираться, где у нас группа клиентов, потому что я сам их искать не хочу. Не надо, спасибо большое. Я прям вот вообще не хочу их искать. Так, ну в принципе, давайте, наверное, вот сюда пойдем. Почему бы нет? Так, нюхайте, ребята. У меня для вас вкусные цветы. Знаете, почему наркотики... знаете, почему наркоманы нюхают наркотики? Потому что они вкусно пахнут. Это такой небольшой секрет от Нила Найта. Они нюхают наркотики, потому что они вкусно пахнут. Так, тихо. Это я не понял. Иди нафиг, блин. Это какие-то полицейские, что ли, или кто это? Ну реально, они похожи на полицейских.
Нет, 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 нет! Козлы, блин! Вот уроды, а! Так, дайте больше образцов клиентам. Я не знал, что полицейские мои клиенты. Так, привыкание. Так, тихо. А, они нанюхаются сейчас такие, типа, да, еще. Капитан, да, еще, нам нужно еще. Да идите в жопу, блин. Нюхайте сами, блин. Так, а эти самые, а водилы не будут нюхать? Не надо, не надо, суки! Проститутки! Они пошли за мной! Ебаные проститутки, ненавижу, блядь! Иди нахуй! Тихо. Так, эта зона чиста. Фу, ну что, закончили? А, нужно, естественно, ехать обратно. Так, отвезите Мелани в поездку трупа, окей. Еще и обратно ехать, я вообще офигею. Вам не жирно ли вообще, блин, там еще, меня еще мочить собираются. Так, ладно, как мне приехать обратно? Покажите мне дорогу, пожалуйста. Так, а, это вот сюда вот, что ли? Они сами даже не смогли мне поставить путь. Я его вынужден сам ставить. Идите нафиг, блин. Лох. Чуваки, может вам наркотики скинуть? Нюхайте, твари. Чуваки, дайте вам наркотики, нате. Лохи. Да не надо туда. Вообще пипец, блин. Так, что ж, это было иное. Это было иное? Это его имя? Я рад, что тебе было весело. Мне было хуе весело, я бы даже сказал. Блин, чай закончился. Весело? Только жадный эгоистичный социопат может сказать, что это было весело. Да, я такой, детка. Какой есть. Какой есть, такого другого нет, понимаешь? Именно. Блин, я офигею, вообще ништяк, блин. Как ты смеешь нас сравнивать нельзя, маньяк. А, как ты смеешь нас сравнивать нельзя, маньяк. Блин, она, блин, такая же, она репортажи снимает. Вы разрушаете приличное сообщество уважаемых людей. Моя работа, мое призвание, показывать всем, какие вы чудовища. Блин, ну у всех своя работа, блин, почему я это самое, блин, почему я должен один страдать? При этом приобретается слава, богатство, выигрывая награды и веселясь. Пошел ты, убийца, я тебе покажу, ублюдок. Ты, блин, я ей помогаю, а она еще меня ругает. Вообще охерела, тварь. Ты, блин, сама, блин, занимаешься хуетой, блин, и еще на меня там что-то гонишь. Чего она прыгает? Зачем она прыгает в воздухе? Миссия кокаин плюс 5. Какой еще кокаин плюс 5? Так, ладно, у меня какая-то миссия была там связанная с наркотиками, я не могу пройти ее мимо, потому что это пипец какая выгодная вещь, вот, ну сами понимаете, и я эту штуку от одного чувака взял, так, превосходная клота, так, ладно, все, берем, все, пофиг, я не знаю, что это, куда ехать, а мы это берем, выполняем, и будет заши... Иди в жопу! То есть я, получается, зашел, вышел, сработала сигнализация. Меня никто не запалил. Меня, в принципе, бы никто не запалил. Садимся второй раз. И все работает! Вообще ништяк! Так, мы с вами поехали за кокаином. Сейчас наберем, как не знаю кто.
Идите нафиг, вы мне мешаете. Так, тихо. Я все-таки хочу понять, куда нам нужно ехать. У меня есть ГСП, у меня есть карта. Я могу... Спасибо большое. Охренеть! Чувак, ну ты вообще, ты это самое, ты понимаешь, что ты вообще? Ладно, короче, я поставлю на паузу, наверное, чтобы вас не мучить, да? А там уже увидимся. Так, минуту. Так, в общем, я практически доехал. У нас знакомые места. Здесь у нас были самые выгодные сделки, насколько я помню. Да! Слушайте, ну блин, если сейчас будет опять выгодная сделка, тут у нас опять же эта камера, да. Нас палит камера. Чё, чувак, ну блин, что я сделал? Давай, короче, блин, я тебя помню. Ты, между прочим, меня сдал, по-моему, полицейский. Ну, либо ты, либо камера. Ладно, как бы пофиг. Так, у меня ничего нету, а у тебя, походу, есть что-то очень сильно выгодное, да? Кислота самая выгодная. Подожди. Рыночная цена 495, у него цена 65, выгода 430 с каждой сделки. Подожди, у меня на все хватит? Я у него только что все купил? Чувак, ты самый выгодный. Так, 55 баксов нафиг не сдалось. А, здесь у нас мало баксов, да? Ну тогда что у нас получается? Остается только вот здесь набрать. Че, я сколько могу взять? У него всего 9. Я могу сколько у него взять? Все 9? А, ну в принципе да, окей. Так, ладно, окей, выходим с этой самой. Пойдем искать кого-нибудь, кому можно бы это сбагрить. Тут где-то кто-то был недалеко. Я бы сбагрил этому челику. Можно попробовать найти того же самого. Сволочи, ну че вы влезете? Откуда хрен пойми откуда, блин? Пропусти, блин. А как мне подняться? Вот этот челик мне он нужен. Есть. Тут можно подняться, да? Здесь можно подняться, чувак. Ну да, есть. Наконец-таки все, ништяк. Блин, ну это просто охеренно, чувак такой, этот самый выгодный. Просто охренеть. Охренеть. Я решил это записать. Ну почему бы и нет? Так, ну и типа, что у тебя есть? Я хочу посмотреть, что у него есть. У него все невыгодное, кроме кокаина. Не-не, кокаин, говноин, в общем. Не надо, я хотел у него взять, там, продать ему что-то. Чувак, ты будешь это самое, принимать меня? Я ж продать хотел себе, тебе кое-что. Так, ну чё, начинается кайф. Кислота. 442 прибыль с каждого пакетика. 12 косарей прибыли. А что так мало мне дали? Так, ладно, короче, это не важно. Прибыль 800. В принципе, ну пусть будет так. Все, у меня 23 косаря, все. Это пипец. Я не знаю, съездить за остатками или не съездить. Да хотя пофиг, поехали, почему нет? Я вам сегодня сэкономил время на том, что поставил на паузу. Почему бы не съездить за всем остальным? Иди нафиг! Я никого не вожу, иди в жопу. Так, давай-ка я, наверное, вот заскочу вот сюда, вот поставлю там. Вот сюда вот. Ну, я у него все заберу. Кореш. Так, подожди, привези мне классный... А, нет, чувак, я тебя ни с кем не перепутаю, вот. А, надо было брать у него и везти к другому. Я получил бы гораздо большую выгоду. Блин, пипец, а. Так, я что-то не понял. Я поставил... Вообще нормально я поставил или... Иди нафиг. Так. Во, нормальтос. Вот теперь уже правильно. Да нифига тебя заносит, а. Так, я что-то не понял. Да поехали вперед, блин. Так, подожди, я что-то не понял. Тут рядышком все было. Я рядышком все покупал.
Так, а это он мне, получается, предлагает. Что вообще, куда ехать-то мне предлагает? Ага, ну все, спасибо большое, естественно. Надо было мне отправить в совершенно другое место. Блин, ёлмотало, я чуть не поехал к тому, которому нужно было отдать. То есть, по идее, надо было покупать у этого, а продавать именно тому. Ну ладно, короче, в следующий раз мы учтем это. Она ездила со мной все это время. Чел, дай что-нибудь. Давай, у тебя куплю что-нибудь. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выгода 54. Давай, че. Я сейчас тебя все куплю. Все, что у тебя выгодно, я куплю. У меня есть бабки. Рыночная цена. Ну давай, почему бы и нет. Я сейчас все перепродам. По 3 бакса. Да пофиг, давай. Вообще насрать. Так, тихо. Еще раз тихо. Так, ты заработал бриллиантовую шкатулку, она была доставлена в твои, скорее всего, апартаменты. На тебе, на, давай. Так, зашибись. Чел, ну чё, привет, я тебе еще кое-что принес. Сделаем немножечко баблишек перед тем, как закончить, ну не знаю, там серию может закончить. Так, ну давай, давай, нормально, я тебе продам. Небольшая прибыль, все таки тоже прибыль. Так, а у тебя что есть? Что у тебя можно купить? А, смотри-ка, у него уже больше ничего не купишь, да? 492, а тут 514 он за это хочет. Ладно, нам это больше не нужно. Я не знаю, сколько времени прошло на самом деле. Реально, ну давайте, наверное, какую-нибудь миссию еще выполним. А сколько у нас миссий? А почему у нас Мелани не появилась? У меня небольшое подозрение появилось, то что у нас это уже конец, это уже последние миссии, которые... закончились. Это типа мы последнюю миссию от Мелани сделали. И у нас остаются последние миссии вот от Z, от C. Где у нас C? Да, и типа мы M последнюю сделали. И возможно, скорее всего, это все, ну типа впихивать в эту серию не стоит. Давайте сделаем так. Я, наверное, сейчас поставлю на паузу, посмотрю, что там происходит по файлу, сколько времени прошло. Вернусь обратно и скажу, что да как. И что мы сделаем дальше. Примерно вот так и сделаем. Короче, я вернулся, посмотрел, оказывается, мы там потратили 53 минуты, это просто пипец. Ну, в общем, в принципе, я предлагаю на этом закончить серию вот эту, а, скорее всего, следующая у нас уже будет конченая, короче говоря, финальная серия, скорее всего. В общем, все, спасибо, что были со мной, подписывайтесь, там лайки ставьте, там всякие всячины пишите в комментариях, и до встречи в следующей серии, всем покедова.